Из Гренландии соколы возвращаются уже в шестой раз. Обычно на родине их встречали генералы с цветами и наградами. В этот раз из-за ситуации в стране обошлись простым рукопожатием и уставным докладом. Товарищ полковник, визначений особовий склад завдання щодо участі в операції «Північний сокол 2014» успішно виконав. Потом гимн и скорее за телефоны, позвонить близким. А ты где, брат? Я не мог себе предупредить. Да. Понятно. На датском острове экипаж пробыл почти месяц. При температуре в минус 40, ветре 20 метров в секунду и без какого-либо радиотехнического обеспечения посадки на аэродроме. Все на опыте и таланте экипажа. Теж мы имеем певные выгоды в этом питании. Почему? Потому что, по-перше, летчики натренувались, отримують як в міжнародних перельотах, так і виконання завдач в складних метеорологічних кліматичних умовах. Получаємо гроші за це, які йдуть на розвиток Збройних сил. Руководитель команди гордиться не тільки нею, но і вірним Іл-76. За час операції у нас не було ні однієї відмови. В порівнянні з тими літаками, які з нами виконували операцію, наприклад, на літаку тріснуло лобове скло, були відмови комп'ютера. Но на всякий случай в комплекте куча запчастей и даже резервный двигатель. Лететь в Гренландию на вот этом агрегате ни много ни мало часов 8. И пока работает автопилот, живым есть на что отвлечься. Да и потом скрасить холодные гренландские вечера. Правда, седьмой полет на далекий остров соколам предстоит лишь в следующем году. А пока по гнездам в Мелитополь. Виталий Тарасов, Василий Мартыщенко. События, канал Украина.